Здравствуйте. Вы смотрите канал компании «Фотопроцентр», и сегодня у нас весьма необычная съемка. Мы попытаемся разобраться в том, нужна ли любителю зеркальная камера с выходом iPhone 10. Вот этого телефона. Мы ни в коем случае не говорим о профессиональной фотосъемке. С ней все ясно. Сегодня мы говорим про любителей. Для начала мы посмотрим, как снимает сам телефон, а потом перейдем к сравнению с портретным режимом съемки. В камере телефона есть фильтр, который имитирует студийное освещение. И для того, чтобы продолжить наше сравнение, мы пришли в Аквафотостудию. Видим, качество мобильной фотографии значительно улучшилось за последние несколько лет. И iPhone X – неплохой тому пример. Хорошая детализация, цветопередача на уровне. Но характеристики матрицы самого смартфона пока не выдают тот же динамический диапазон, который позволяет лучше прорисовывать детали в цветах и тенях кадра. Также не будем забывать о том, что у камеры есть больше возможностей для настройки и сменная оптика. Но если для вас это не имеет никакого значения, то функции камеры смартфона вам будет вполне достаточно. Вы смотрели канал компании «Фотопроцентр». Надеюсь, это видео было вам полезным. Хороших съемок и до новых встреч!